Всем привет, ребят, с вами дядюшка Алишоу, и сегодня невероятно крутая подборка самых крутых вещей с Алиэкспресса, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. И обязательно досмотри видео до конца. В конце видео мы запускаем конкурс на этот смартфон, который ты сможешь забрать абсолютно бесплатно. Ну все, готовь вкусняшки, чаек, и мы начинаем. Друзья, хочу начать выпуск с весьма интересной и завораживающей вещицы. Это LED-куб, который может затянуть вас на длительное время. Размеры его сторон составляют 15 сантиметров, а внутренние грани имеют встроенную подсветку. Куб практически полностью прозрачный, но внутренняя часть стекла имеет отражающий эффект. Когда вы включите подсветку, то будет казаться, что это длинный световой туннель, который не имеет конца. Смотрится это весьма забавно, а мозг не хочет адекватно воспринимать эту иллюзию. Очень интересная вещица. Может отлично подойти в качестве подарка для друга. Далее на очереди бесполезный, но прикольный товарчик – это мини-воздуходувка. Она имеет весьма маленькие размеры, но конструктивно почти не отличается от настоящей. Принцип работы такой же. Внутри располагается небольшой моторчик, который раскручивает лопасти в воздушной зоне, а сам носик уже выдает направленную струю воздуха. Таким инструментом вы, конечно, не сможете убрать большую площадь, но сдуть, например, крошки с клавиатуры им можно. Если вы являетесь заядлым игроманом и ваши пальцы начинают чувствовать себя неполноценно без клавиатуры, тогда следующий товар для вас. Это небольшой брелок от компании Razer, который оснащен одной клавиатурной клавишей. При нажатии на нее включается красивая RGB-подсветка, которая подсвечивает клавиатуру. А вашему пальцу будет передаваться полноценное тактильное ощущение, как от настоящей клавиатуры. Брелок имеет весьма небольшие размеры, и его с легкостью можно носить в кармане. А вот еще одна кнопка. На этот раз она имеет совсем другое предназначение. В верхней части кнопки расположился небольшой спиннер, который выполняет все те же функции, просто крутится вокруг своей оси. Вы можете заменить данной кнопкой любую кнопку с вашей клавиатуры. Она отлично впишется на место клавиши Escape. К тому же она стоит отдельно от других. Спустя некоторое время вы не заметите, как начнете непроизвольно раскручивать этот спиннер. В некоторых ситуациях он может успокоить вас. В одном из прошлых выпусков я показывал вам крутую мега-пушку от компании LEGO. На этот раз хочу показать вам не менее крутой образец, все от той же компании LEGO. Это LEGO-пушка из игры Overwatch под названием Scrap. Вам также предстоит собрать ее самостоятельно из множества различных мелких деталей. Хорошо, что есть понятная инструкция, которая намного упрощает данную задачу. Размер пушки выполнен в масштабе 1:1. Она напоминает весьма мощный обрез. Ну и конечно, он способен стрелять в качестве поражающих снарядов, используя спицы, которые выстреливают достаточно далеко. Если вам скучно по вечерам и не знаете, чем заняться, могу предложить вам попытать свою удачу. Это небольшой однорукий бандит, или, как чаще его называют, игровой автомат. Принцип его работы весьма прост. Надо дергать рычажок до тех пор, пока не выпадет выигрышная комбинация картинок на табло. А для того, чтобы было реалистичней, вы можете поместить монетки в специальный отсек, и в случае вашего выигрыша вас порадует денежное вознаграждение. Довольно затягивающая игра, с ней можно провести большую часть времени вечерком, при этом немного расслабиться. Следующий товар является профессиональным инструментом. Это так называемый термонож. Он имеет достаточно компактный размер, а изогнутая рукоятка отлично ложится в руку, и работать этим инструментом достаточно удобно. Рабочим элементом служат небольшие ножки из проволоки, которые путем нагрева раскаляются до 600 градусов, после чего можно ровно прорезать лист пенопласта, отрезать ремень или другие вещи, сделанные из синтетических материалов. В комплекте имеется несколько сменных насадок, небольшая щетка и шило. Все это хранится в удобном переносном кейсе. Следующий внедорожник – это знаменитый гелик, но не простой, а от тюнинг компании Brabus. Данная модель не совсем быстро ездит, а больше предназначена для передвижения по пересеченной местности и преодолевать различные препятствия. Все четыре колеса являются ведущими, что способствует лучшему прохождению сложных участков дорог. Отдельно можно отметить независимую подвеску, которая имеет весьма большой ход, и все можно настроить как угодно. Вы можете сделать ее жесткой, ну или мягкой, в зависимости от ваших предпочтений, но внешний вид стал уже классическим. И, несомненно, вид имеет, да и обвес от Brabus просто сочный. Если вы любите спиннеры и совместно с этим являетесь фанатом фильмов Marvel, то следующий товар создан для вас. Это спиннер, выполненный в форме щита Капитана Америки. Он имеет абсолютно круглую форму, а его раскраска в точности повторяет настоящий щит Капитана.
центре расположился сам подшипник, который прикрыт заглушками в виде пятиконечной звезды. Он полностью сделан из металла, а держать его в руках – одно удовольствие. Каждый фанат должен иметь в своей коллекции данный спиннер, и это подчеркнет ваш фанатизм еще больше. Далее очередная антистресс-игрушка, которая поможет вам успокоить свои нервы и отвлечься от каких-либо проблем. Это небольшая металлическая болванка, внутри которой расположился череп в форме черепа из кинофильма «Каратель». Череп двигается внутри этой болванки, и каждый его шаг фиксируется под пружиненными стопорами с характерным металлическим щелчком. Данный процесс передвижения не только отвлекает вас, но и тренирует ваши пальцы. Очень качественное изделие, которое будет полезно в напряженных ситуациях. Следующий товар будет полезен всем автомобилистам в зимнее время года, когда передвижение по обледенелой дороге становится не только трудным, но и небезопасным. Это удобные пластиковые ремни с шипами, которые придадут вам больше уверенности и зацепа на дороге. Использовать их достаточно просто. Они похожи на пластиковые хомуты с аналогичным замком крепления, который вы легко без посторонней помощи можете одеть и снять с колеса автомобиля. Длина этих ремней подойдет практически для любых размеров колес, так что они являются универсальными. Стоят они недорого, а коэффициент полезности максимально высокий. Как вы думаете, может ли граната быть веселой? Хочу показать вам многоразовую гранату, которая является осколочной. В качестве поражающих зарядов служат небольшие шарики Арбис. Граната оснащена хитрым механизмом, который будет приводить ее в боевую готовность. Внутри расположились пластиковые пластины, оснащенные пружиной. Вам нужно лишь положить их к корпусу и закрыть заглушками. В нижней части расположилась крышечка, сняв которую вы получите доступ к заправочным отверстиям, через которые граната будет наполняться поражающими снарядами. Ваша граната в полной боевой готовности, осталось только выдернуть кольцо и бросить под ноги вашим друзьям, после чего граната сработает и поразит свою цель. Как насчет престижного суперкара, а именно кабриолета от компании Audi R8? Модель в точности повторяет множество оригинальных деталей, а предназначена она для юных любителей скорости. Автомобиль оборудован электрическим двигателем и способен развивать скорость около 12 км в час. Имеется два посадочных места для водителя и одного пассажира, которые также имеют встроенные ремни безопасности. Управление также может происходить при помощи дистанционного пульта. В салоне автомобиля имеется встроенная магнитола, которая может воспроизводить музыку из различных источников. На выбор имеется множество красивых расцветок. А вот еще одна граната, на этот раз менее взрывоопасная. Это небольшая зажигалка, выполненная в форме настоящей гранаты. Сбоку имеется небольшая цепочка, и вы можете повесить данную зажигалку, например, к связке ваших ключей. Для того, чтобы привести ее в действие, нужно нажать на рукоятку, после чего отодвигается верхняя часть, и в вашем распоряжении появляется стабильное мощное пламя. Очень эффективный и красивый способ дать своим друзьям и коллегам прикурить. Далее на очереди очень интересная игрушка для детей, которая будет помогать им развиваться. Это крутой робот в виде паука, который, к слову, имеет весьма немаленькие размеры. Управление роботом происходит через специальное приложение на смартфоне, в котором ребенок может программировать этого паука на выполнение различных движений, а также их комбинаций. Источником питания служит встроенный аккумулятор, заряда которого хватает более чем на 60 минут игры. Очень крутой робот, будучи уже взрослым, меня не покидает желание поиграть с ним. А как насчет мини-помпового ружья, которое очень реалистично повторяет не только формы, но и принципы работы настоящего ружья? Ружье предоставляется в двух типовых видах, одно с прикладом, а другое без, на выбор. В качестве патронов выступают пластиковые снаряды, которые вам предстоит поместить в специальные гильзы. Патроны также имеют два вида, одни стреляют одиночными снарядами, а другие заправляются картечью. После выстрела, отодвинув затвор, пустая гильза отлетает из патронажа, так же, как и у настоящего ружья. На мой взгляд, это самое реалистичное и наглядное оружие. Следующий товарчик понравится сладкоежкам. Это небольшой автомат для конфет, который в точности повторяет оригинальные автоматы из различных кафешек. Здесь все как у настоящего. Для того, чтобы получить конфету, вам необходимо поместить монетку в специальное отверстие, после чего прокрутить небольшой винтик. И в вашем распоряжении появляется конфетка в единичном экземпляре. С таким автоматом можно открыть в себе коммерческую жилку и предлагать своим друзьям отведать конфету за небольшую плату. При этом ваши руки будут чисты, так как они сами будут класть денежку в этот автомат.
Далее товар, который поможет вам сэкономить кучу места на вашей кухне. Это клеевые складные кастрюли, которые без надобности занимают минимальное место на кухне. Нижняя часть кастрюль выполнена из металла, покрытого антипригарным покрытием, а боковые стенки сделаны из прочного пищевого силикона, который и складывается в гармошку. Имеется множество размеров данных кастрюль, начиная от самой маленькой с диаметром всего 15 см и заканчивая огромной кастрюлей с диаметром в 40. Очень удобная посуда, которая, к слову, очень легко моется и прослужит вам очень долго, так как почти не изнашивается. Следующий товар от компании Nerf – это крутой миниган, который имеет на борту 4 ствола, и при нажатии на кнопку они начинают очень быстро крутиться. После того, как они раскрутились, можно нажать на спусковой курок, и тогда он начнет стрелять пластиковыми патронами с очень большой скоростью. Патроны размещаются в ленточном магазине, лента вставляется в специальный отсек. Поиграть с друзьями в войнушку с таким оружием – поистине веселое занятие. Я бы назвал его «Потрошитель 3000». Если вы увлекаетесь музыкой и хотели бы научиться играть на барабанной установке, то следующий товар для вас. Это небольшой ленточный барабан, выполненный из мягкой резины. Имеется 7 импровизированных тарелок, каждая из которых отвечает за определенный звук. Имеется встроенный модуль управления, через который можно изменять некоторые настройки. Тональность звуков, громкости другое. Питается эта установка от USB кабеля, а также от двух пальчиковых батареек на выбор. В комплекте имеются 2 деревянные палочки. Крутое решение, не занимающее много места. Ну а как насчет крутого бумеранга, выполненного в тематическом стиле? Данный бумеранг всем своим внешним видом напоминает супергероя Бэтмена. Бумеранг имеет немаленькие размеры, длина его около 40 сантиметров, но это никак не сказывается на его летучести. Материал, из которого он сделан, это прочная древесина, которая также окрашена в фирменный черный цвет. Он имеет отличную аэродинамику, и при его запуске он с небольшой погрешностью прилетает вам обратно в руки. Крутой бумеранг, не так ли? Далее крутые кроссовки, которые будут помогать вам преодолевать беговые дистанции. Данные кроссовки имеют интересную конструкцию. Дело в том, что на них установлены небольшие амортизаторы, которые способствуют лучшему сгибанию и разгибанию подошвы. Имеется специальный переключатель, который работает в двух положениях. Одно из них предназначено для обычной ходьбы, а второе положение для бега. Также кроссовки способствуют снижению нагрузок на колени и другие соединения ног. Имеется несколько видов расцветок, а изготавливаются они по индивидуальному размеру с учетом вашего веса. Друзья, хочу начать с весьма необычного товара. Если вы имеете дело с различной документацией, то для удобства подписания используется печать. Данная печать имеет весьма интересный внешний вид, она выполнена в виде человеческого пальца. Данный палец очень реалистичен, даже тактильно печать ощущается как натуральный палец. В нижней части имеется индивидуальный рисунок, вам достаточно лишь макнуть его в чернила и оставить печатный след на бумаге. Прикольная и необычная печать. А как насчет мини-бумбокса, выполненного в ретро-стиле? Данный магнитофон имеет небольшой размер и с легкостью сможет уместиться в одной руке. Самое интересное то, что он имеет весьма широкий функционал. Даже имеется мини-пленочная кассета, которая вставляется в специальный отсек для кассет и при нажатии на кнопку play начинает играть музыка. А если кассету перевернуть другой стороной, то будет воспроизводиться другая песня. Прикольно сделано! Также имеется радио и небольшая выдвижная антенка, которая помогает улучшить сигнал. И последняя функция, которой обладает данный мафон, это возможность записывать ваш голос на диктофон и потом также воспроизвести запись. А как насчет корабля на радиоуправлении? Данный корабль – это уменьшенная копия знаменитого «Титаника». Данная модель выполнена в масштабе 1 к 325, и его длина составляет около 40 сантиметров. Проработано множество различных деталей. Даже имеются небольшие спасательные шлюпки на борту. Материал, из которого он сделан – это прочный ABS-пластик, а за передвижение отвечают мощные электрические двигатели со специальными пропеллерами. Кстати, он способен развить весьма немаленькую скорость. Дальность управления около 100 метров, так что можно на нем поплавать в небольшом пруду.
Дальше на очереди очень крутой танк. Данный танк имеет масштаб 1 к 16. Он в точности повторяет немецкий танк Второй мировой, а именно танк под названием «Тигр». На корпусе танка имеются множество проработанных деталей, такие как закрепленный буксировочный трос, перевязанный веревкой автомат, лопаты. Также имеется небольшая вмятина от вражеского снаряда и множество других мелких деталей. Практически весь танк выполнен из металла и весит около 50 кг. Управление происходит через дистанционный пульт. Также имеется звуковое сопровождение, реалистичное звучание работающего двигателя, очень проработанный и детализированный танк. А вот еще один интересненький товарчик. На этот раз вам предлагается собственноручно собрать двухцилиндровый мини-двигатель. Двигатель состоит из множества различных деталей, которые являются точной уменьшенной копией составляющих настоящего двигателя. Сам двигатель располагается на небольшой подставке с ножками, а в качестве реализации его работы выступает небольшой винт, закрепленный на коленчатом вале. При сборке данного шедевра вы не будете замечать, как проходит время, так как данное занятие очень увлекательное. А чтобы вам не запутаться при сборке, в комплекте имеется пошаговая инструкция. Следующий товар поможет вам стать почти настоящим Бэтменом. Это крутые крылья, которые крепятся на спину. Конструкция весьма интересная и функциональна. Крылья состоят из множества сгибаемых частей. В точности повторяют конструкцию настоящего крыла. Каркас сделан из круглых трубок, а для большей реалистичности все обшито мягкой тканью, также повторяющей рельеф крыльев. Вся конструкция крепится ремнями на вашей спине, а затем к вашим рукам, и когда вы поднимаете свои руки, крылья поднимутся вслед за ними. Крутое дополнение к интересному костюму. Следующий товар поможет вам преобразить свое жилище и добавить позитивные нотки. Это небольшие мягкие подушки в виде смайликов. Имеются всевозможные варианты смайлов. Ими можно завалить кровать или диван и, приходя домой, облепить себя этими чудесными подушками. К тому же они очень мягкие и теплые. Данные подушки также отлично подойдут в качестве креативного подарка на день рождения вашего друга. В общем, зачетный товарчик. Следующий товар станет незаменимым помощником на вашей кухне. Это небольшой прибор, который поможет вам очистить куриные яйца от скорлупы. Конструкция весьма простая, вам нужно просто поместить яйцо внутрь небольшой пластиковой гармошки, после чего нужно надавить на нее, и при помощи давления скорлупа с легкостью очистится от яйца. И на выходе у вас будет целое яйцо, но уже очищенное. Очень удобная и полезная вещица. Давненько не было годных товарчиков от компании Xiaomi. Хочу показать вам крутой светильник для дома. Данный светильник имеет круглую форму. Внутри расположилось 240 светодиодов, которые умеют изменять свет. Имеется удобный дистанционный пульт управления, при помощи которого можно изменять яркость, а также менять цвета. Имеется также функция лунного света, при котором ваша комната как будто будет освещаться луной. Помимо этого, светильником можно управлять через ваш смартфон по Wi-Fi или Bluetooth через специальное приложение. А если у вас имеются часы Mi Band, то когда вы будете засыпать, светильник будет автоматически выключаться. Годнота от Xiaomi. А как насчет крутого военного грузовика на радиоуправлении? Данный грузовик имеет весьма крутые характеристики. Размеры его следующие. Длина около 70 сантиметров, ширина 29, а высота около 23. Вся эта махина передвигается на 6 колесах, которые, кстати, все являются ведущими. Диаметр колеса 10 сантиметров позволит проехать грузовику самые сложные препятствия. Ну а если все-таки вам удалось застрять, то вам поможет электрическая лебедка, которая способна выдержать около 10 кг. Дальность дистанционного управления достигает 100 метров, а что касаемо скорости, то максимально он может разгоняться до 25 км в час. Вес грузовика 9 кг. В комплекте имеется множество различных ключей, отверток и другого необходимого инструмента, который будет вам помогать его обслуживать. Как вам такой грузовик? В настоящее время практически у каждого человека имеются смарт-часы, и если у вас таких нет, то следующий товар для вас. Это недорогие, но при этом очень качественные смарт-часы, которые обладают таким же функционалом, что и часы именитых брендов. Часы имеют прямоугольный экран размером в 1,3 дюйма, также он оснащен мощным процессором. Он способен считать пройденные шаги, показывать сожженные калории и многое другое. Встроенный аккумулятор позволяет часам проработать без подзарядки в течение 2 недель, а в режиме ожидания часы способны продержаться около 2 недель.
Так, признавайся, у тебя родители не раз забирали телефон или приставку из-за того, что ты сидишь в ней почти сутки. Знакомо, да? Эта мини-игровая приставка размером 2 см поможет вам убить время без вашего любимого девайса. Сделана эта приставка на основе OLED-дисплея и двух джойстиков. Чего китайцы только не придумают. Увы, пока там только одна игра — Flappy Bird. Ну, думаю, найдутся кулибины, которые запустят на этой приставке и GTA 5. Далее на очереди очень маленькая машинка на радиоуправлении. Машинка — это миниатюрная копия внедорожника, размер которого, ну, очень миниатюрный, и для понимания она чуть меньше зажигалки. Но самое интересное, что вам предстоит собрать ее из множества деталей, таких как рама, колеса, привода и даже шестерни и моторчики. Благо имеется понятная пошаговая инструкция, весьма крутой экземпляр, который потребует от вас терпения и усидчивости при его сборке. Следующий товар вам точно понравится. Это крутой хвост дракона. Хвост имеет крутой внешний вид. Одевается хвост снаружи на пояснице при помощи специального ремня. Снаружи хвост покрыт металлическими чешуйками, которые немного приподнимаются и при столкновении друг с другом издают металлический звук. Весьма интересный хвост, отлично подойдет для необычного косплея. Следующий товар позволит вам ощутить себя настоящим стрелком. Это игрушечный пистолет, который стреляет шариками Арбис. Внешне пистолет напоминает легендарный американский Глок. Размеры пистолета также близки к оригинальному. Как вы уже поняли, в качестве патронов используются всеми известные шарики Арбис, и при поражении цели они будут разлетаться в стороны. Диаметр шариков для пистолета должен составлять 6 мм, а дальность прицельного выстрела составляет около 20 метров. А есть ли среди вас те, кто хотел бы научиться писать крутые треки? Хочу показать вам профессиональный ланчпад, с помощью которого можно некислый трек записать. Ланчпад имеет огромный функционал, и если его подключить к вашему компьютеру, то у вас практически будет полноценная музыкальная студия. Ланчпад имеет 81 кнопку, на которой можно назначить любой звук или бочку. Весьма профессиональный музыкальный инструмент. Большинство современных хитов создаются на таких ланчпадах. На очереди очередной крутой товарчик – это клевые геймерские наушники, которые отличаются своим качеством и, конечно же, внешним видом. Верхний обод сделан из прочного сгибающегося ABS-пластика. Также множество подвижных частей выполнены из прочного металла. Что касаемо их характеристик, то их звучание на высоком уровне, и вы сможете услышать даже самые незначительные звуки в играх. Шнур питания имеет три наконечника. Первый предназначен для аудиовыхода, второй для микрофона и третий USB-выход служит для питания встроенной RGB-подсветки. В комплекте имеется специальный адаптер, который нужен для подключения наушников к различным приставкам. Наушники способны работать как с ПК, так и с PS4, ноутбуком, планшетом и телефоном. На выбор имеются три цвета, такие как красный, оранжевый и синий. Очень крутые уши для геймера. Дальше на очереди небольшой робот для детей. Данный робот имеет небольшие размеры, а его перемещение по дому происходит за счет небольших колесиков. Имеется небольшой дисплей, на котором может отображаться различная информация. Дети сами могут программировать робота и вывести нужный им текст или изображение на его дисплее. Управление происходит через специальное приложение для смартфона. Робот оснащен различными датчиками, которые не только помогают ему перемещаться по комнате, а также распознавать ваш голос и реагировать на него при подключении его к Wi-Fi. Он сможет вам даже говорить, какая погода сейчас на улице. Следующий товар понравится тем, кто любит киновселенную Marvel. Это небольшой сувенирный щит Капитана Америки. Его диаметр составляет около 8 сантиметров. Имеется также фирменная раскраска, которая в точности повторяет внешний вид оригинального щита. Материалом, из которого он сделан, является нержавеющий металл. На задней части также имеется крепление под руку, которое также повторяет конструктив оригинального щита. Имеется удобная подставка, выполненная из оргстекла, на которой размещается щит. Пополните вашу крутую коллекцию еще одним сувенирным украшением. Если вы пристально следите за своим здоровьем, то этот товар вам пригодится. Это специальная подставка для зубных щеток, которая способна убивать различные бактерии. Дело в том, что при чистке зубов на щетке остаются различные микроорганизмы, и для того, чтобы от них избавиться, данная подставка имеет встроенные ультрафиолетовые лампочки. Данное свечение не оставляет никаких шансов бактериям. Внутри расположился аккумулятор на 1500 мАч, одного заряда которого хватает на 45 дней использования, после чего вам просто нужно будет
будет его зарядить. Удобная и полезная вещь. Далее хочу показать вам крутую подставку для вашего смартфона. Данная подставка выполнена в форме ретро-телевизора, где имеется специальное место для вашего смартфона. И когда он разместится в положенном месте, то подставка приобретет конечный вид, и будет ощущение, что у вас полноценный мини-телевизор. В подставке имеется встроенный динамик, который может работать совместно с вашим смартфоном через Bluetooth. Качество звучания просто бомбическое, отыгрываются как низкие частоты, так и высокие, громко и качественно. Также данную подставку можно просто использовать как переносную колонку. Имеется слот под microSD, и вы сможете прослушивать музыку через флеш-накопитель. Довольно годная подставочка. А вот еще один товар для тех, кто любит собирать все своими руками, ну или для тех, кто собирает коллекции крутых предметов, игрушек и вещей. Это небольшой мотоцикл Ducati, который имеет масштаб 1 к 12. Большинство его деталей выполнены из особого металлического сплава. Самое крутое в этой модели то, что вам предстоит самостоятельно его собрать из кучи различных деталей. Процесс сборки затягивает, и чем ближе вы к завершению сборки, тем интересней становится. Крутой мотоцикл с высокой детализацией. Следующий товар понравится многим. Это крутые перчатки, которые превратят ваши руки в лапы дракона. Перчатки имеют крутячный внешний вид, надеваются они до локтя. На пальцах имеются острые когти, которыми возможно расцарапать любой материал. Также на верхней части перчаток имеются металлические чешуйки, которые немного приподнимаются и при столкновении друг с другом издают крутой металлический звук. Довольно интересные перчатки. Как насчет крутого одноколесного мотоцикла? Данный моноцикл оборудован лишь одним колесом, не маленького размера, а сделано это для наилучшей устойчивости. Скорость, которую он способен развить, составляет более 25 км, а мощный аккумулятор позволит вам проехать более 30. Моноцикл имеет удобную сидушку, обтянутую качественным кожзамом. Весьма прочная конструкция способна выдержать вес в 100 кг. Моноцикл способен подниматься в гору градусом наклона 30. Таким показателем мало кто может похвастаться. А как насчет легендарного пистолета, а именно Desert Eagle? Это небольшой подарочный экземпляр, который имеет меньший размер в сравнении с настоящим. Его конструкция очень надежная и безотказная. Выполнен он полностью из металла, за исключением вставок на рукоятке. Они выполнены из дерева. Внешний вид у него топовый, поставляется он в красивом кейсе с замком. Также в комплекте имеются несколько патронов. Сохранен весь технический функционал, ну и как вы могли догадаться, пострелять из такого у вас не получится. Зато роль крутого сувенира он отыгрывает на все 100%. А хотите придать вашим кроссовкам эксклюзивности? Тогда для вас я нашел крутые шнурки, которые имеют скрытую фишку. Дело в том, что в шнурках расположились небольшие светодиоды, при включении которых шнурки начинают буквально сиять. Особенно это круто смотрится в ночное время суток. Аккумулятор имеет небольшой размер и имеет круглую форму. Заряда аккумулятора хватает на 60 часов работы, после чего его нужно будет подзарядить. С такими шнурками шагать становится намного веселее. Теперь вы можете иметь свой собственный и великолепный качественный боулинг на своем столе. На дорожке этой игры присутствует специальное устройство для запуска шара. Думаю, такую игрушку вы сможете положить себе даже в офисе и просто расслабиться от всей этой рутины. Все как в классическом боулинге. Кегли, мячик, дорожка. Играть очень просто. Для начала выставляем кегли на точки, которые нарисованы в конце дорожки. Затем ставим мячик на горку и стреляем. Ура! Страйк! Далее еще один товарчик из супергеройской тематики. Это новый модернизированный щит Капитана Америки. Он имеет вытянутый дизайн, и на концах имеются небольшие заострения, которые помогают поражать врагов в рукопашном бою. Также щит отлично защищает носителя от внешних угроз и способен отразить практически любой удар извне. Я думаю, нужно приобрести парочку таких щитов. Хотите устроить покатушки? Да так, чтобы ветер в ушах и песок на зубах. Чтобы друзья позавидовали мощи автомобиля, а соперники начали побаиваться? RS-моделька пикапа от Ford – то, что нужно в такой ситуации. Эта модель на совершенно новом уровне реалистичности и производительности. Идеальный корпус монстра детализирован до мелочей. Мощный корпус с надежными бамперами – это сверхпрочная защита для всех ваших приключений. Ну и конечно же в этой тачке установлен мощнейший электродвигатель.
Друзья, хочу начать выпуск с крутого костюма, который будет выделяться на тематических вечеринках. Это костюм Халкбастера, которого Тони Старк создал для усмирения Халка. Костюм выполнен из различных материалов – пластик, металл и много других. Все детали имеют высокую детализацию и их проработка на высшем уровне. Высота костюма составляет более 2 метров и подойдет он практически для любого человека. На костюме также имеется реактор энергии, который имеет приятно бело-синеватое свечение, а на шлеме расположился механизм, который автоматически будет открывать и закрывать ваше лицо. Ну а на этом, к сожалению, все, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy S9. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Ефим Верещагин. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!